приближается к тебе через 3 секунды. Раз, два, три. Да ёпарас. Короче, это было очень жестко. О, да! Смотрите, он повысил только сейчас. Yeah. Еще одно звание и пойдет процесс. Привет, старые люди. Меня зовут Эрик Шоков. И сегодня тот самый день, когда я стал счастливым человеком. 3 года подряд я выполняю челлендж пройти полностью CSGO. 24 января 2020 года вышел ролик про мое прохождение этой игры. Даже тогда у меня это не получалось. Но сегодня уже что-то изменилось. Danger Zone я смог апнуть. Как это случилось и как это объяснить, у меня нет никакого ответа. Danger Zone — это тот самый режим, где отсутствует полностью какая-то логика или система повышений. Я там выигрывал 8 каток подряд, на 9-ю меня понижали, потому что я проигрывал. Я мог выиграть полностью катку, сделав большее количество киллов, и меня за победу понижали. Честно, если вы хотите себе испортить нервы, то попробуйте поиграть в Danger Zone. Если говорить про Вигман или матчмейкинг, то там все очень просто. Играешь нормально, играешь очень много на победу, тебя повысят. Нам хватило каток 30, либо 40 в Вингмане, даже меньше. Из них мы выиграли почти что 95%, вообще не проигрывали. Повышали просто постоянно, вы это сейчас увидите в ролике. Если говорить про матчмейкинг, то там мне дали почему-то Бигстара во время калибровки, после долгого АФК. И моя самая большая была ошибка — это играть в короткие матчи. Короткие матчи для повышения не лучшая идея, потому что, да, там быстро проходят игры, но чтобы апнуть звание, приходится играть на 30% больше. Мне такую аналитику дали MoreGames и MZK Show. Спасибо ребятам за помощь в этом вопросе. Мне кажется, они все знают, как работает CS. Но никто не знает, как работает Danger Zone, это запомните. Это были сложные дни, я играл 24/7. Если что, 15 января, когда у меня был шоу-матч против Gambit, у меня было 4 часа за последние 2 недели. Сейчас у меня их 110. Я реально задротил. Мне это очень нравится. Оно воспитывает во мне желание добиться цели. Это не просто ролик, где я апаю звание, это ролик, где я себя мучаю и добиваюсь чего-то. Прямо сейчас я получаю свою дозу дофамина и понимаю, что это все было не просто так. Я на несколько дней доволен собой. Хоть и затротил, но зато мне это нравилось. В какой-то момент я уже хотел, конечно, просто сказать, что нет, я не хочу это делать. И шел спать, но на утро это чувство пропадало. Надо иметь просто какую-то меру в таком задротстве. Ладно, все остальное вы увидите уже в этом ролике. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим роликом за такой сложный экспириенс. Ну а также не забудьте подписаться на канал, если вы тут впервые, либо забыли это сделать. Ну что ж, желаю тебе приятного просмотра. Погнали. Ласт остался у грузовика. Приближается к тебе через 3 секунды. Раз, два, три. Ой, мне с тобой ВЖК дали. О боже. Да, шик. Найс. Взорвался. Короче. Все, мы выиграли просто. А, вся зона закрылась. Он не будет выходить? О, вышел. Найс. Не, не повышают. 11, 12 киллов или 11? 15 киллов и проиграл. Ангар убил. Найс. Ну повысьте! Это шутка. Он прямо у тебя, да. Найс. Давай, я не буду смотреть, повысили или нет. Пусть я увижу так. Я тебе так скажу, не повысили. Зачем ты тут говоришь? Почти. Ну это unlucky. О, надо мной, вот прям надо мной чел умер. Тот, кто надо мной умер. Молодец. Ну повысьте. Да ёпарас. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Ой, какой молодец. Ой, какой молодец. Какой молодец. Чел, не повысил, но то, что ты сейчас сделал, попадет в историю. Такой, ну ладно. Ну короче, это было очень жестко, правда. Ой, господи. Да повысь. Ладно, тебя повысить. Тебя тоже. Ну что за дерьмо? Да, на крыше. Ладно, страй.
Понизили. Оу, нет. И тебя повысило. Тебя повысило, меня понизило. Я не понимаю. Вон, видите, слева. Ну что это за бред? О, повысило. Потому что не умер, слышишь? Блин, 10 пуль. Не, я бы никак бы не выиграл. Бежил. Молодец, бро. Не. Не. Я вижу его. Отлично. Ну дай. О, повысили. Работаем дальше. Давай. О. Так, давай. Еще одно звание. Аптечка, схавай. Ой, боже. Не. А тебя? Тоже не. Да! Фух. Фух, найс. Не повысили. Ну, хорошая игра. Ну, повысь. Не повышают. А, это софт. Да, софтик. Тебя за домом, говоришь? Нет, уже подо мной где-то. А зона у него? Зона у нас. Его быстрее выжми. Нам. Блин, у нас столько позиций, чтобы не навести. А, он за деревом, я да его. О, да! Май гад. О, господи, ну эта катка стоит. А, я последний добил эту игру, может быть, да, реально из-за этого. Говорю. Чел, наконец-то. Просто наконец-то. Молодые люди. 3 года я делал это дерьмо. И сегодня это случилось. Готовы ходить под шорт, когда я тебе скажу? Я гений. Туда я вот. Пулька, просто. Так, интересно, какое мне звание дадут сейчас? А, Лем! Так, здесь изи апнуть глобал, и сейчас мы еще 2 катки сыграем, мне кажется. Молодец, бразер. Боже, крабик, ты очень сейчас хорошо сыграл, ты очень легендарен. Бразер, я аккуратно играю. Не повысили. Ладно. Очень вкусно. А. Так, проверяю. Ну, ладно, я видел, повысили. Осталось 1 звание. Один. Блять! Хорошо. Ладно, пойдем до глобу. Видел, как я его прочитал? Как же вовремя повернулся, бразер. Кто там? Найс. Не дали, давай еще. Короче, там 10 хп один. Это что за прикол? Его запустили. Очень сложная катка была. Хорош, господи, как же он хороший. Не дали. Тебя, ты тут? Да. У меня пинг, посмотри какой. У меня лосс 65%. А? Я не скачу ничего. Я тебя не слышу, ты меня пропадаешь, у меня проблемы с интернетом какие-то. Уже не лагает. Боже, я не знаю, что это за дерьмо. У меня пинг. А, вот опять. У меня лосс 60%. А? Что? Я не тебя не слышу, ты лагаешь у меня.
О боже, если это на повышение, это шутка какая-то. Блин, ну это должно попасть в ролик. Просто катка говна какого-то, но мы его забрали. До сих пор у меня лосс 70%. Это завечил. Ну дайте глобала. И не повысили. Ну это было очень жестко. Ой, молодец. Давай еще одну. Я хочу этого глобала получить. Спокойно уже вставать с компьютера. Ой, боже. Ну дайте, да это шутка. Бро. Да нет, ну это шутка. Вышел, вышел, вышел. Катка фейл, бразер. Так и назовем ее. Убил одного. Да, там же. Да, разобрался. Давай еще. На дереве. Ну дайте. Не, не дают. О, мне дали клочки, класс. Да, я открою тот кейс, который мне только что выпал. Да, и мне выпадет, знаешь, что сейчас? Мне выпадет вот этот красный MP5. Прямо сейчас я кручу этот кейс, и мне выпадет MP5. Да, я знаю. Отлично, мне выпал бизон. Готов кидать? Ой. Не, тебе тоже не дали. Я не думал, я думал, что самое легкое это будет апнуть Бигман и Гло... и Мочмоки. Там мы анранд играем, наверное. Ради этого он минуту ничего не делал. Короче, нет, ничего. Молодец. Ты глобал! А я нет. Вот, вот как, в чем логика? Посмотри на счет. И кто кого, и кого повышают. Ага. Ну ладно, все, следующая моя на повышение. Я думал, это труп. Я думал, что это бот какой-то стоящий. Да! Глобал, да. Так, ну что ж. Молодые люди, мы апнули глобала и в Вингмане. Остался матчмейкинг. Слушай, ну я честно думал, что это будет быстрее. Мы сыграли каток... 30-40 каток мы сыграли, выиграли... Наверное, из них 37. Мы проиграли 3 раза за все время. И повысили только сейчас. Я вчера играл, и мне хотелось вырвать. Я устал. Но сегодня утром как-то все восстановилось, и играть было приятнее. Остался матчмейкинг. Ну что ж, надеюсь, матчмейкинг в этом плане проще. Проще. Явно заряжен. Да они сами стреляют. Я Биг Стар! Ладно, это сколько так надо выиграть? 4, да? До глобала. 20 минимум, блядь. 4, 2. Мне кажется, это тильт играть так. Время, Фурекс. Не повышает, ребят, что делать? Мне кажется, большие катки надо играть, не? Бля, не повышает. Не повышает, да. А почему не повышают? Да, Игорь, вы MVP-шки надо получать, потому что... Ладно. О, да! Ребят, повысили, все, работаем. Сейчас идем на X, да. О боже, попробуйте проиграть это дерьмо, пожалуйста. Не повысили меня. Ты, Ролл, ты хотел длинную катку сыграть. Это не глобалы 21 века. Хотел, конечно, не повысили. Не повысили. Молодцы, мужики. Победу вместо обеда. Не получили. Не, не повысили. Да ну его. А, не повысили. Блять, брат, я ты. Кто?
Мне не дают. Вижу, блядь. Да, да. И вон там. Ну все, за такой хайлайт тебя повысят 100%. Да, повысили, 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 мужики. Реально КД. КД 12 повышают. Блин, ладно. Ничего бывает. Ладно, если... Не, с этой, из-за этой катки не могли. Я думаю, еще две победы до Суприма. До Суприма. Молодцы, ребят. Короче, еще, мне кажется, еще две победы. Он с китами сидит, сука. Откуда у него киты, когда у его команды эко? Ну, сейчас не должно было повышать. У нас проигрыш был. Поднялся. Не волнуйтесь. Еще, еще! Не волнуйтесь. Мага, он такой... Пацаны, запоминайте хаешку. Ой, я знаю, я знаю. Давайте, для ТикТока. Она помогла ему выиграть раунд. Это гениально. Да, смотрите, он этой хаешкой... Он этой хаешкой... Это очень гениальный ход. Это, ты понимаешь, что это хаешка его убила? Блин, ну это же уже не зависит от этого момента, но это легендарно. А так, это ведь и правда. Это ведь правда. Сейчас я выиграю. Я седьмо. Это хита мой. Убил его. Два в двери. Двери. Лоу. Дайте, дайте. Не, не повысили, но хорошая игра была. Сгорел. А минус 70 пока. Еще минус 70. 20 метров ласт. Да ё-моё. Найс. Всем спасибо. Дайте Суприма. Не, не дают. Тупая. Банихоппер, смотрите. Смотрите, он даже не отмазывается, что у него что-то стоит. У него банихоп есть какой-то. Лази, я тебя вызываю на проверку. О, Суприм! Суприм! После слова про проверку такой кринж это в ролик вставляет. Вызывайте на проверку. Еще одно звание. Еще одно звание и пойдет процесс задротских будней. Так, еще один слева рука. Одно хп там. Спина. Не, ну спину они счекали. Бегут. Нормально. Идем на кист. Не, не дали глобал, но и нормально. Ты тогда еще не так круто играл. Можно я из? Давай, давай. Ну, ой, конечно, эйс, да. Туалет. Бау. Ну, это было близко, согласись. Он кидал, он кинул смог и дефает. О! Нет. Под ковры идет. Вас, да, типа, поиграл. Где он? Все запушил. Идет дальше. Эрик, твой последний килл. Паландер. Да! Да, господи! Да! Закеренная, закеренная. Я тоже закерил. Все, молодые люди, конец, это дерьмо закончилось. Что я могу сказать? Давайте какой-то проводить анализ. Да, у меня сейчас есть эти три звания. Global Elite Matchmaking, такая же элита в Wingman и Alpha в Danger Zone. Самое сложное звание, давайте говорить по факту, это 100% Danger Zone. Я честно тянул 3 года этот ролик только из-за того, что это не апается. Это реально неадекватно. Система повышения в Danger Zone не объясняется никак. Если я сейчас играю катку, я сразу понижаюсь. Могу даже занять второе место. Может быть даже первый. Короче, без разницы. Там тебя и повысят, и понизят, как они сами захотят. Wingman это самое легкое, что было в этой связке. Мы сыграли каток 30 либо 40, проиграли 2 или 3, и только тогда нас повысило. Да, сложновато, но я помню, как я апал Wingman, там не особо
на самом деле и сложная. Ну и насчет звания матчмейкинга, я пою это звание уже 8-й раз примерно. Могу сказать, что легко в случае, если вы не затрудните. Если вы просто играете в день одну катку, либо в месяц 2-3, просто по фану, я думаю, вы его апнете. А вот просто так взять и играть, мне кажется, КС против такой системы, и КСу больше нравится выдавать звания, если ты играешь в режим редко. Такое я часто слышу, такой фидбэк, что в Вигмане очень быстро апаешь, если раз в неделю играешь. А такие катки в ряд немножечко Valve не нравится. Такая вот история. А насчет читеров. Мы увидели читера 2 раза за все эти 100 каток, за все эти 109 часов за последние 2 недели. Я увидел читеров 2-3 раза. Респект ребятам за то, что либо так борются Valve, либо респект, что вы потеряли интерес к повышению звания благодаря читам. Какие можно подвести итоги? Я бы хотел, чтобы этот челлендж стал бы рубрикой других YouTube каналов. Так что, если вы меня смотрите, я кидаю вам всем челлендж. Без шуток, это очень сложно, поэтому подготовьтесь. Я думаю, что эта рубрика будет собирать просмотры у всех, потому что прошлый мой выпуск собрал 1 000 000 плюс-минус. И в этом выпуске я надеюсь на 500 000 просмотров. С тобой был я, Эрик Шоков. Посмотри мои другие ролики, которые у тебя на экране. Ну и не забудь подписаться на мой телеграм и инстаграм. Все есть в описании. Ну, а я с тобой прощаюсь. До следующего ролика. Пока. Большое спасибо людям, которые принимали участие в этом челлендже. Furex, Fantasy, Flazy, Mightov, HeyTop, Tatsumi1769, Ampleson, Sings, Артем Заруба, Владиславчик, Raix, Skips, Саня, U2J, Влас, Мага, Крабик и Баронс. Спасибо, без вас бы этого бы не было.